Ты выживешь, я тебе обещаю. Ты нихуя не выживешь. С таким игроком нихуя ты не выживешь. Нет времени! Да я знаю. Открываем нашу дверь оранжевую и идем вперед. Боже, блин, как же это... После чего спрыгиваем вниз и идем в окно. Лежи давай, мешок с говном. Хочу знать, что эти документы делали у вас в офисе. Ты как со мной разговариваешь? Я же сам Натаниэль Барт. Лучше биолога тебе за всю жизнь не встретить. Ты же только утки менять способна. Естественно, у меня есть связи наверху. Естественно. Тайрел. Говорит начальник версии Натаниэль Барт. 29 сентября, 23:00. Я прекрасно знаю, что мое время на исходе. Я надеюсь, что успею записать это видео, чтобы показать миру правду и хотя бы отчасти восстановить свое доброе имя. Страдания Ракон-Сити начались с утечки. Утечки биологического оружия под названием Т-вирус. Я работаю на корпорацию Umbrella, создавшую этот вирус. Моему отделу приказали разработать вакцину, что мы и сделали. Я держу образец у себя в офисе, остальной запас хранится под землей. Но эти сволочи в правлении хотят уничтожить ее, хотят скрыть от мира, что натворили. И уничтожают все свидетельства существования вируса. Я не идиот. Знаю, что они не позволят. Джилл все знала. Но доверилась мне. Она здесь? Берем вакцину. И спасаем суперкопа.
же. Должно сработать. Черт. Тайрелл, что случилось? Внимание всех горожан. Ракетный удар будет произведен через несколько часов. Заряд боеголовки уничтожит весь биологический материал. Вы не выживете, если останетесь в городе. Эвакуируйтесь немедленно. Повторяю, эвакуируйтесь немедленно. Это не учебная тревога. Это ведь уже завтра. Там еще остались люди. Думаешь, дяде Сэму не насрать? Блять, вот и они. Отдохни. Я справлюсь. Лучше вооружиться. Судя по звукам, их там дохрена. Попробую опустить ставни. Чем меньше мест для входа, тем лучше. И как ты их опустишь? Я попробую сломать систему безопасности. Не подпускай ко мне. Да начнется веселье. Устанавливаем бомбу на колонну. Он что, регенерирует?
упорство вызывает уважение. Но, боюсь, тут все и закончится. Думаешь, это все? Тоже сдохла. Все же простые люди. Он смылся. Я пробился. Они готовы к переговорам. Они отменят удар, если... Это охренительно, если... Если мы отдадим им вакцину... До запуска. Сколько у нас времени? Пару часов. Максимум. Тогда поспешим. Сюда. Вакцина должна быть там. Я нихуя не знаю. И мы пошли за вакцины. Может, тебе отдохнуть? И потерять время? Я тебя прикрою. Ну ладно, за дело. Да, получается. Идет синтез вакцины. Да. Это то, что нам нужно. Синтез завершен. Извлеките емкость с вакциной. Так, берем. Тут у нас. Николай, не смей! Городу нужна эта вакцина!
Больше, чем мне? Сдается мне, что все уроки жизни, которые я тебе давал, были напрасны. Да, жизнь человека бесценна. Но я здесь, чтобы зарабатывать. Давай договоримся. Ты идешь и сражаешься с Немезисом, а я все записываю и продаю боевые данные. Устрою хорошее шоу, и, возможно, я отдам в акцию. Согласна? Отлично! Это ты? Карлос? Ты жива? Я буду направлять тебя. Отлично. Джилл! Отправляю кран. Поднимешься на нем. О, нет. Ну же, давай! Джилл, назад! Залезай! Я растворю уёбка в кислоте! Кончено. Отдавай вакцину, больной ублюдок. Не-не-не-не. Ты приносишь деньги, а я люблю деньги. У нас впереди еще много работы. Опусти пушку! Хоть когда-то видела подобное? Данные о нем стоят миллионы. Но сама понимаешь, город вот-вот взорвут, а жизнь человека бесценна. Удачи! Николай! Джилл! Останови Николая, у него вакцина. А как же ты? Время на исходе. Я справлюсь. И не сомневайся. Слушай, чтоб ты знал, это последний, блядь, раз. Думаешь, я тебя не урою? Аривидерчи. Нельзя позволить Николаю уйти с вакциной. Надеюсь, Карлос остановил его. Я еще смогу догнать его.
О, нет. Ты меня не остановишь. Это ведь твое, да? Нет! Ты хоть представляешь, что натворил? Плевать, совершенно. Мой клиент поручил мне уничтожить Амбреллу. 10 минут до ракетного удара. О! Ракета запущена. Мне пора. Прощай, Джилл Валентайн. Жаль, ты не прислушалась, когда еще был шанс. Джилл! Стреляй! Не могу! Тебя заденет! Давай! Ты должна! Выхода нет! Стреляй! Карлос! Эй! Жестоко оставлять тебя в мире без Карлоса. Слишком жестоко. С ним что? Почему? Ради чего? На все есть своя цена. Даже на мир в огне. На кого ты работаешь? Расскажу, если вытащишь меня. Заплачу сколько захочешь. Дура. Ты дура! Если я умру, тебе не узнать правду. Поработаю немного, детектив. Джилл, ты цела? Вот и она. Когда жар взрыва окутал нас, я чувствовала холод и пустоту. Столько смертей, и причиной им был не вирус, создавший монстров, а жадность. Человеческая жадность. И тогда я решила, пепел Ракун-Сити станет и пеплом Амбреллы. Я уничтожу их раз и навсегда.